Парни, инвестирую в ваше дерьмо, что у вас есть ценного? О, а у меня есть. Смотри, вот смотри. Давай, на. Смотри, у меня есть ценный груз. Где? У меня есть патрон. Здрасте. Я не знаю, почему они закрылись. Я сам пытаюсь их закрыть, не закрываются. Не закрываются, да. Блин, одни карточки, отстой. Так вдруг это банковские? Да, у меня одна банковская карточка больше, чем если этот комплекс стоит. На. Да не нужна мне она, господи, там хороши. Ух ты, боже! Что ты такой маленькая? Малой, что ты делаешь в моем комплексе? Малой! Встаньте. Ути-пути-пути! Малой, пойдем кофе попьем, пойдем. Педофил. Блин, он какой-то малой дебильный, пойдем отсюда, невоспитанный. А тут завод ваш, смотри, наверное, Рошеновский, конфеты делает. Добрый день, а что этот завод делает? Я просто помню, что там было. Я его порчу. А, понимаю. Я знаю, что там, идем ко мне. Ну пойдем. Там вроде как миска конфет есть, если я не ошибаюсь. Не хочу, Рошен, я жрать, пойдем отсюда, не хочу. Я из принципа жрать не буду. Рошен! Из принципа жрать не буду рошеновские конфеты, пошел он в жопу, Пурок. Так это не Рошен. А какие? Я не знаю, у них бренда нет. Ну я гамьёна не хочу жрать. Ну вот, посмотри, ну вроде как нет. Сука, рошеновские конфеты, ты меня обманул! Да это... Не буду я это жрать! Не люблю запах. Ну вот, смотри, как невкусненькие! Не хочу я твою коробку! Беги. А что такое? Что там? Ой, блин! Давай сюда. Сука, они же вообще кончены, я их из алкашей набирал. Они меня не узнают. Беги, Джоня Джанс! Беги! Уехали, хороши. Направо, сразу направо. О, здравствуйте. Да стойте! Да иди нахуй! Стойте, не бойтесь меня! Да вы что боитесь меня? Блин, да чё ты за цирк уродов такой? Во что я вложился вообще? Я полприватбанка, блин, заложил за это говно. А вдруг он реально нормальный, подожди. А куда мы пришли? Мы пришли там, где были. Ну, с нами зато никто не гонится. Блин, отстой какой-то. Ладно, давай перекурим тут. На, будешь? О, героин. На, да. Давай. А ты уже вколол? А я больше по кока-коле и конфетам. Если что, я врубаю. Подожди. Да, я слышу. Да. Кто там едет? Кто едет? Все нормально. Все нормально. Давайте с нами наверх, раз все нормально. Слушай, нормально, реально на адекватного человека. Фигня. Почему вы меня боитесь? А, не, мы не боимся. Нормально, чего вы меня боитесь? Все. Здравствуйте. Добрый день, я... Боже, помилуй. Я Владимир... Назад! Беги. Что ты за мразь? Я ему деньги дал. Это Бобик местный. Вы целы? Да. Наконец-то хотя бы вы меня не боитесь, мне все боятся. Все. Я не знаю почему. Добрый день, я владелец этого комплекса Баня Коломойский. Я его купил недавно. Да, я не понимаю, что... Я не знал, что этим комплексом кто-то владеет. Я вложился, так сказать, да. Вот деньга. И олигарх, если что. Ага. Украинский. Будьте осторожны, там какая-то красная ящерица, какая красная большая ящерица. Это, наверное, местный Бобик. Я просто охранников в алкашей нанимал, чтобы подешевле было. Это не собаку притащили. Нельзя разговаривать, перед ним нельзя разговаривать, вроде как она глухая. Слепая. А, слепая, я думаю, какой смысл тогда? Раз вы так называемый олигарх, я бы хотел, чтобы вы мою камеру поменяли. Я все, что хотите, могу вас профинансировать, так сказать. Надеюсь. Че, вот, на камеру. И вот на изобретение универсального лечения всего на свете. А это просто так. Это мой партнер по бизнесу, да. Он неудачно немного вложился, я его заберу. Ладно, что, пойдемте? Че, только... Что ж вы деньги-то оставили, господи? Ой, ну заберите, пожалуйста. Грех деньги оставлять на полу. Ого, что это за пушка? Идите, можете ко мне в гости пойти, если хотите. Капец, взяли бы, они замочили. Стояли старые сервера с токсичной и скучной атмосферой. Всегда мечтал попробовать себя в роли руководителя, но тебе не давали раскрыть свой внутренний потенциал? Или же ты просто хочешь весело провести время? Тогда тебе к нам! На самый оранжевый и круглый бред в SCP Secret Laboratory. Orange Project — это новый сервер, который подарит тебе незабываемые впечатления
эмоции. У нас ты сможешь поучаствовать в настоящей анархии или же опробовать себя в роли РП-персонажа. Дружелюбное руководство, удобный дискорд-сервер, а главное — возможность реализовать все свои накопившиеся пожелания и идеи. Данный проект новый, поэтому зови друзей или заводи свежие знакомства с нашим сочным комьюнити. Orange Project ждет тебя. Пей, собрать свою дольку и насладиться вкусом. Ссылка в описании. Добрый день. Меня, так сказать, в больничку вашу доставили с простреленной головой. Иди сюда, брат. Давай. Вот оружие, бери, вооружайся. Хорошо, а то меня все отняли при входе в больницу, так сказать, все мои имущества. Вот патрон этот, бронежилет лежит, бери, все твое. Я этот весь комплекс мой, я его купила, но эти уроды мне голову прострелили, понимаешь? Вот твари, надо... Я охрану эту, блин, по алкашам набирал, чтобы дешевле было. А, то есть, если ты, ну, купил этот комплекс, ты знаешь, что это за красная тварь двухметровая? Я не знаю, я его только купил, сказали, очень выгодно, но, походу, невыгодно нифига. Ну, лучше при нем, короче, деньги не показывать и вообще не шуметь, а то это мразь настоящая. А, понял, цыган. Нет, хуже, украинский политик. А что не открывается? Капец. Да, у тебя карта, лоха карта. В смысле, это карта олигарха, владельца комплекса. Ладно, пойдем. Боже, все вареньем измазано. Малиновым. Да, правда. Дырки какие-то. Брат, не. Ну его нахер, блядь. Не вариант. Посидим дальше. Так, если что, я порешаю. Не стрелять, да. Не стрелять, у меня есть деньги, я всех... Не надо, тихо. Что такое? Да, нет. О, господи. Я дам деньги, на. Содействие, нахуй. Содействуй, деньги. Лицом к стене. Он меня заставил. Я никакой не Деклассе Беня Коломойский. А зачем вы его связали? Что он вам сделал? Я вас всех поувольняю, когда выберусь отсюда. Он может кусаться, он опасен немного. Что ты звездишь? Я только деньги ворую. Вы, наверное, удивлены, что я до сих пор живой. Я, так сказать, подлечился в лучшей израильской клинике. Меня зовут Бенечка Коломойский. Вы не могли бы меня вывести отсюда, не? Я важная шишка, если что. В смысле шишка? Зачем шишка? Я же говорю, я Беня Коломойский, ты что, меня не знаешь? Это вы? Да. Теперь выведите меня, пожалуйста, отсюда. Я важный человек, я очень занятой. Держите. Да, идемте, уходим отсюда. Хорошо. Держите этот, вам на всякий случай. О, спасибо. На, держи мои гроши, это для меня. Ура! Гроши просто. Гроши. Боже, это что у вас за завод? Можно я его куплю? Да, 50 золотых. 50 золотых, я не знаю, только в долларах. Сколько, миллион, два? Подожди, а что это делает вообще? Я лично по банковским операциям. Ладно, давай посмотрим, как оно приумножит мои деньги. Давай, запускайте. Так что-то не приумножилось, как и было. У меня деньги есть, бабки есть. Давай, я куплю как бы. Я тебя умоляю, у меня столько бабла, что я куплю весь этот комплекс, я же Беня Коломойский. Я как бы никому не рассказываю, но я как бы купил этот комплекс уже давно. Вот, да хорошо, так. Что? Ну да. Вложился, так сказать, в надежное дело. Сколько, если не секрет? Это закрытая информация, но эта штука стоит примерно как половина приватбанка. Берите оружие, вооружайтесь. Боже, добрый день. Кстати, а вы купите. Сможете купить мне этот. Эту. Кого? Да. Эту. Вот эту штуку. Я не знаю, как она называется. Камера? Камеру, да. Я хочу этот. Все, я тебя покупаю, на. Кстати, видеоблогер. Все, она теперь моя. Я ее тебе дарю, пойдем. Да, ебать его в рот. Тянули нахуй какую-то хуйню. Пойдем, работяга. Идем. Я сделаю тебя своим замом, когда выберемся отсюда. Ура! Ты что, у нас ёб твою купили? Ёб твою мать! Ступай, иди! Тебя купили! Понял? Иди за мной, на мой зов. Здравствуйте, я пришел. О! Уходим отсюда. Как два пальца обоссать. Тут недолюбливают. Хорошо, что я купил местный компьютер, да? А что за неавторизированный персонал? Я не понял, я их не призывал. Это как бы мой комплекс. Только я решаю, кто тут может быть. Опа. Блин, у вас есть патроны? Я заканчиваю. У меня есть деньги, если что, я всех куплю, кто на враг. Как бы одного президента уже купил, на второго еще хватит, я думаю.
Но только если это не Порошенко, потому что денег у него больше, чем у меня. Да-да-да, вот, вот тебе спасибо за помощь, на монетку. А чё мне застав такой дали, гомняный? У меня денег хватит и на получше. Не, ну раз это мой комплекс, я ж имею право тут пострелять, правильно? Печеньку можем сейчас захватить. Да. А, ну кстати, да. Ну пойдем тогда, кофе попьем. Кофе будешь пить? Это ваших рук? Кофе будешь пить? Пойдемте пить кофе. Пойдем кофе пить. Где тут эта печенька? Там кто-то шмаляет, слышь, давай им, как бы. Суки портят вещи мои. Я за этот комплекс, блин, полприватбанка отдал. Бывшего. Ну вообще. Ой, тут кто-то есть. Куда ты? Блин, алкаш Серега, сука, я ж тебя уволил. Ну блин. Мразь блин, такая, кто тебе, сука, спрятался в подсобке. Не захотел уходить. Вот твою, сука, маму. Давай, 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 держи, держи. Закройся. Открой, открой, блядь. Давай, назад, хочу... назад. Куда я отсюда? Твою мать. А может, сами договориться хочешь? Сука, у меня деньги в кармане кончились. Выбегайте. Договориться, у него деньги кончились. Добрый день, я Баня Коломойский. Может, вы меня знаете? Да, да, да. Не, не знаете, самый богатый человек Украины был. Ёб твою мать. Блин, у меня фонарика нет. Пиздец, вложился в комплекс, говна кусок. А чё? Это я не на вас. Это Сергей Алкаш. Вы если... Да, это Сергей Алкаш, я вообще-то уволю. Блин. Серёга, сука! Уволю! Зачем вы стреляете по нему? Это Серёга, он алкаш. Блин, а подсвети! Вы зачем его расстреливали? А, как ты сюда зашёл? Блядь, Баню убили. Вот так и не стало Коломойского. Да. Нафиг это было его вообще в суд, на суд его вести, вот это все. Кто покупал комплекс? Отзовитесь. Я это дерьмо купил, говёное. Теперь тут закрыт, блин. Сука, звони им давай, а то я сейчас всех поувольняю нахер. Где, блин, менеджер? Имбецилы, блин, просто. Коллега, выведите меня нахер от этих имбецилов подальше. Вы кто? Что ты сюда пришел? Я, блин, Коломойский свалил отсюда. Вы кто? Вы кто? Мистер? Блин, олигарх Украины. В смысле, очень богатый человек Украины. А вы понимаете, где вы находитесь? Да, я это купил все, если что. Коллега, нахер вы на меня оружие направляете? Я купил этот комплекс, я вас уволю нафиг. Стойте, а у кого сейчас карта капитана? Я что-то не понял. Не знаю. Олигарх, все нужна эти... У меня только карта олигарха есть. Тебе бейсбол нужна, олигарх? Не, не нужен, я таким не занимаюсь, я только по кокаину кубинскому. А ты попробуй, нет, ты попробуй, тебе не, понравится. Нет. Это тюремное вещество, тебе понравится. Не, это пускай Зеленский жрет, я только по кокаину. Нес, это дорожечка. Сука, ты, блин, такой же приставучий, как Порошенко, отвали. У меня так приватбанк не отжимали, как ты мне сейчас, блядь, голову ебешь. Давайте подождем, надо подождать. А давай, чё? Сука, давай. Давай, я по действию дал две таблеточки, давай. Давай, вот бери, давай, вкинься. Зайдет вообще на лету. Ладно, хер с тобой, ближе к народу давай. Буду. И чё? Давай. Дерьмо это, полное, это чё, цитрамон? Ты скоро всё поймёшь, это кайф, там нужно подождать. Да мне получше есть всё, ты мне кубинский. Что? Чистый. Вот, сука, блядь. Давайте, колите. Нет, стойте. А поздно, уже вколол. Что за шмотки мне дали? Забыл, что мы вчера с тобой бухали. Ёб твою мать, мне шо... Да мы с тобой, короче, нам с тобой какой-то контракт, типа, дали. Сука, повестку дали, уроды. Ну, селяви, как говорится. Да! Нельзя мне на фронт... А, это повестка была? Да! Я думал, это на флешмоб! Ты чё, конченый? Ты посмотри, в что ты вырядился. Пиздец, наебали, суки. Всё нормально. Это мой комплекс, я его купил. Ты понимаешь? То есть тут балдёж, мы тут будем просто чисто для галочки, понял? Охранять его. Будем пиво распивать, короче. Давай, кайфовай, давай. Открывай. На, все, погнали. О, что ты орешь? Что ты орешь? Не убивай! Не убивай! Ну не будем. Да не будь! Не убивай! О, блядь! На, не убивай! Да ладно, не будем, успокойся. Иди, бери. Олигарх, я должен сейчас всех предупредить. Подожди. Говорит, это как его, друг... владельца данного комплекса. Не трожьте его. Это его комплекс, понятно вам? Алло, да, я Баня Коломойский. Я купил этот комплекс, так что как бы ко мне никаких вопросов.
мы тут для галочки, как бы, числимся в вооруженном отряде, да. В СББ. Блядь, здесь. Этот комплекс, подожди. Они... Да, купил. Это сам владелец, не трогайте его. Не понял. Ты зачем моего... Сдавайся быстро. Да я... Сука, что ж с вами такое? Я купил этот комплекс, мудаки, я вас поувольняю нахуй. Сюда подойди, сюда. Вообще попухли, блять, мне так не ебали еще, когда приватбанк отняли. Так, отходите. Куда? Нет! Вы имбецилы, это ж с моего кошелька потом сечи... Все, ослеп. Какой ты имбецил? Сколько вас было? Нас было двое. Вас было? Вот, вот один. Двое? Ага. Сейчас посмотрим, врешь ты или нет. Если врешь... Сука, выберусь отсюда, уволю тебя нахер. Продолжаем. Идиоты! Я просто в шоке. Ты думал, что ты повестку пописал по ошибке, почему не тучил? Я в шоке. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и колокольчик, и коммент обязательно.